У певицы и автора песен Тейлор Свифт были напряженные 2 года. В августе 2019 года она выпустила свой альбом «Lover». Тур в поддержку альбома «Loverfest» должен был начаться летом 2020 года и охватить Европу, Бразилию и США. Однако он был отменен из-за глобального распространения COVID-19. Свифт была занята во время пандемии, перезаписывая свои альбомы «Fearless» и «Red» и выпуская свои новые оригинальные альбомы «Folklore» и «Evermore». Теперь, когда музыкальные туры возобновляются, фанаты ЗАДА. История фестиваля любовников Тейлор Свифт. Фестиваль любовников был отменен в апреле 2020 года, за 2 месяца до запланированного начала тура. Свифт обратилась к фанатам в Твиттере со словами: «Мне так грустно, что я не смогу увидеть вас, ребята, на концерте в этом году, но я знаю, что это правильное решение. Пожалуйста, пожалуйста, будьте здоровы и в безопасности. Я увижу тебя на сцене, как только смогу. Но сейчас важно соблюдать этот карантин ради всех нас». Будет ли фестиваль любовников Тейлор Свифт перенесен на 2022 год? Итак, что это оставляет для возможного тура 2022 года? С тех пор, как 2 года назад началась пандемия, Свифт спродюсировала и выпустила много музыки, в том числе ее альбомы «Folklore» и «Evermore», которые были высоко оценены как поклонниками, так и критиками. Будущие туры в 2022 году, скорее всего, будут вращаться вокруг этих 2 альбомов.